У Габриэль с Алисой испортилось настроение. И поднять его могло лишь старое испытанное средство – использование кредитной карты. Вам помочь? Да, я за тем красным шарфиком на витрине. Больше ничего не надо. Хорошо. Хотя тот черный футляр с ним бы неплохо смотрелся. Боже, какие ботфорты! Да, ладно, раз на то пошло, давайте двойной капучино и крупного парня со склада. Надо срочно все обновить. Я же просила пудрового, это чистый беж. Пудрового нет. Второй этаж, третий манекен слева. Все, бегом. Примерим серебряные. Эти леопард. Эти не будем. Для леди не меньше 10 сантиметров. Это сюда, это сюда, это долой. Этот комбез никто не сумел обыграть. Может, поможем? Стоять. Она знает, что делает. Синий блейзер, серьги, кольца, танкетка. И красный кожаный клатч. Гениально! Она гениальна.